Смотрите, значит, я еще хотел сказать пару слов по поводу функций. Ну и давайте, может быть, заодно мы сейчас обсудим еще одну историю. Вот смотрите, давайте поговорим про сортировку всяких списков. Допустим, у меня есть какой-нибудь список, скажем, список чисел. И, допустим, я хочу этот список отсортировать. Допустим, просто предочить все элементы по возрастанию. И это можно сделать двумя способами. Во-первых, можно сделать вот так. Ой, не так. Вот так. Значит, применить метод sort. И, как видите, этот метод нам ничего не возвращает. Но зато, если я теперь посмотрю на мой список, то видно, что он стал отсортированным. То есть метод sort – это метод, который модифицирует мой список, делает его отсортированным. Ну, окей, в этом месте может возникнуть вопрос. Задайте какой-нибудь вопрос, если он возник. А сорт создает новый список или он меняет старый? Нет, он вообще не создает нового списка. Как видите, вот как бы этот метод, он, поскольку он ничего не возвращает, то даже если бы он создавал бы чего-то новое, я все равно не смогу к этому новому обратиться, потому что он мне ничего не вернул. На самом деле, вот смотрите, тут есть такая история. Если вы хотите понять что-то про идентичность объектов, значит, у всякого питоновского объекта есть штука, которая называется ID. Это, грубо говоря, адрес места в памяти, где содержится информация, которая относится к этому объекту. И вот если я сделал вот такую вот штуку, то можно проверить, что ID моего списка никак не поменялся. Ну, в принципе, не мог поменяться, потому что применение метода к какому-либо объекту не может поменять его идентичность. То есть метод может что-то поменять в данных внутри объекта, но сам объект остается прежним. Вот. Давайте еще какой-нибудь вопрос про сортировку. Какой метод сортировки используется? Кусорт. Кусорт. Если я правильно помню. Ну, то есть это как бы implementation detail, то есть это по-моему, это не написано в спецификации языка, но кажется, в реализации, которую мы сейчас используем, используется кусорт или что-то в этом роде. Ну, на самом деле, это то, что кусорт – это не очень важно, но на самом деле у него есть некоторые полезные свойства, про которые мы чуть попозже поговорим, но до этого мы еще дойдем. Так, еще вопрос? Можно сортировать по убыванию? Да, вот это как раз тот вопрос, которого я ждал. Можно, для этого нужно передать параметр reverse равняется true, и он отсортирует в обратную сторону по убыванию. Смешанный. Смешанный. То есть там есть числа и строки. А, значит, если у вас есть числа и строки, то ничего не получится, потому что их нельзя сравнивать между собой. Поэтому, если вы попробуете что-нибудь такое отсортировать, то вам скажут, извините, не можем. Потому что для того, чтобы была возможность отсортировать, нам нужно уметь сравнивать все со всем. То есть, как бы все объекты нужно уметь сравнивать друг с другом. Вот. Так, еще вопросы? На строке он сравнит может? Сортировать из списка строк? Да, строки со строками он сравнивать может, и это хорошо, что мы сейчас это обсудим. Допустим, вот 1, 2, 3, 4, 5. Значит, строки сравниваются, как говорят, лексикографически. То есть они сравниваются так, как они были бы упорядочены просто в словаре. Ну, на самом деле просто у каждого символа есть его код юникодный, и сравниваются они по этим юникодным кодам. При этом, если они, ну, кстати, вот код можно получить вот так, допустим, поэтому. А код перевести в букву?
Код перевести в букву можно вот так. Это Unicode или ASCII? Это Unicode. ASCII является подмножеством Unicode. То есть ASCII – это символы с кодами от 0 до 127, ну, от 1 до 127. И они как бы являются подмножеством Unicode. То есть Unicode начинается именно с них. А все, что выше, все, что больше 127, это уже не ASCII, и это уже... Кстати, можно посмотреть, допустим, если я хочу, скажем, 145-й. Ну, вот видно, что это какой-то, я не знаю, что это, символ с кодом 91, мне просто говорят, это больше ничего. Может быть, что таких символов-то и нет в Unicode. Может быть, они ничему не соответствуют. Вот. Ну, тут на самом деле можно, можно поразвлекаться. Char от 1611 – это заглавная буква с двумя точками. Мне кажется, это символично. Так, ну хорошо. Тысяча на самом деле не интересно. Интересно, давайте что-нибудь, вот скажем, от 5000 до 6000. О. Ну, в общем, так можно весь Unicode распечатать. Не знаю, какие там, не знаю, насколько он длинный, сколько там, какие там последние символы. Ну, в общем, всякое тут есть. Вот, ну ладно, это отступление. Да, так вот, значит, сортировка производится таким вот образом. Ну, то есть для сортировки нужно сравнение. Сравниваются строки лексикографически, то есть это означает, что если у вас, например, есть два слова с одинаковой первой буквой, то тогда сравниваются вторые буквы. Если, например, five меньше, чем four, потому что I идет раньше, чем O. Соответственно, если какая-то строчка, ну, как бы, если у вас есть две строки, одна из них является префиксом другой, то тогда та, которая является префиксом, та и меньше. Вот. Поэтому строки сравнивать можно. И тут никакой проблемы не возникает. Давайте я покажу еще один способ сортировки. Значит, кроме вот такого метода sort, который модифицирует список, иногда вы можете столкнуться с ситуацией, что вы не хотите его модифицировать, а хотите просто получить новый список, который будет отсортирован. И это делается с помощью функции, которая называется sorted. Ну вот в отличие от метода списка sorted, это просто функция, и она не модифицирует исходный список, а наоборот возвращает отсортированную, его отсортированную версию. Вот. Ну, в принципе, очень естественно звучит, почти как на естественном языке. Значит, sorted значит отсортированный. Отсортированный список. Это ровно то, что мы хотели. Ну и у него тоже есть параметр реверс, с помощью которого можно сортировать в обратную сторону. Вот. Так, еще вопрос по сортировку? Ну, давайте теперь представим себе, что мы хотим отсортировать. Вот у нас есть какие-то слова. И давайте представим себе, что мы хотим их отсортировать, но как-нибудь странненько. Не так, как, не так, как положено, а, например, по длине слов. Так, чтобы короткие слова были в начале, а длинные слова были в конце. Что для этого нужно сделать? Оказывается, что ничего особого не нужно, но тут нужно использовать такой хитрый факт о том, что в Питоне функции являются, ну, как говорят, first class citizens, объектами, как бы, которые не хуже, чем все остальные. Дело в том, что ну, там, в разных языках это по-разному. Например, в C это не так. А в Python это так. В частности, функции можно передавать другим функциям. Вот, давайте представим себе, что у меня есть вот такая функция. Supps 2 от f. И давайте представим себе, что она возвращает f от двойки. И теперь я
давайте я сделаю какую-нибудь другую функцию, допустим, плюс 1. Вот x, и она возвращает x плюс 1. А, вопрос. А что мне вернет субс 2 от плюс 1? Значит, у меня есть функция субс 2 от f, которая возвращает f от двойки. У меня есть функция плюс 1 от x, которая возвращает x плюс 1. Что вернет субс 2 от плюс 1? Три. Три. Да, заметьте, что вот когда я здесь написал плюс 1, я после плюс 1 не написал ничего. У меня здесь нет никакого аргумента. Вот если я хочу функцию вызвать, да, то я должен написать плюс 1, а дальше в скобочках, что я ей передаю. Скажу, плюс 1 от 5, это 6. Это число. А вот здесь, когда я просто написал плюс 1, это не число, это не результат вызова функции, это сама функция. Функция как таковая. И в данном случае я передал функцию плюс 1, передал другой функции, субс 2. Функция субс 2 делает следующее. Она принимает на вход какую-то функцию f и вызывает ее, передавая ей двойку. И то, что функция f вернула, значит, наша функция субс 2 и возвращает. То есть это такая функция, которая подставляет число 2 в переданную нам функцию. Ну, понятно, что когда мы этой функции передали функцию плюс 1, то мы, значит, что произошло? У меня здесь, вот здесь вызвалось плюс 1 от двойки. Плюс 1 от двойки – это 2 плюс 1. Значит, это 3, и значит, вот эта самая тройка мне и вернулась. И это ровно то, что мы здесь видим. Вот. Ну, давайте посмотрим. Вот если, скажем, я передам функцию субс 2, передам, ну, допустим, вот так сделаю. Субс 2 от SQRT. Что получится? Значение корня? Ну, корень из двух, да. Получается корень из двух. Вот. И, значит, просто вот нужно этот факт учитывать. Ну, давайте посмотрим, зачем нам все это нужно. Почему я про это стал говорить, когда мы обсуждаем сортировку. Дело в том, что давайте посмотрим на какую-нибудь такую штуку. Вот я хочу отсортировать words по длине слова. Это означает, что я должен сделать следующую вещь. Сначала от каждого слова вычислить длину, а потом использовать эту длину для того, чтобы отсортировать слова. То есть я теперь буду сравнивать слова не так, как они сравниваются естественным образом, а сравнивать их по их длине. Ну и для того, чтобы это сделать, мне нужно на самом деле сделать такую вещь. Давайте я буду использовать функцию sorted words. И мне нужно передать функции sorted штуку, которая называется ключом сортировки. Передается она в аргументе, который называется key. И в данном случае ключом сортировки будет len. Len – это функция, которая считает длину чего-нибудь, того, что ей передали. Ну, в частности, если ей скормить строку, то она посчитает длину этой строки. И, как видите, все чудесным образом отсортировалось. Значит, у меня список words выглядел вот так. This is a test. После того, как я его отсортировал, у меня получился A is this test. То есть, смотрите, что происходит при этом. Значит, вот я передал здесь функцию, функцию len. Дальше вот эта самая функция sorted применила функцию len к каждому из элементов нашего списка. То есть она посчитала, значит, что здесь будет 4, вот здесь будет 2, здесь будет 1, здесь будет 4. И потом как бы можно себе представить так, что она к каждому из вот этих вот слов приделала такую бирку. И на этой бирке написан результат выполнения функции len. А после этого она стала сортировать слова, но при этом смотреть не на сами слова, а только на бирки. Так, чтобы бирки, значения на бирках были бы отсортированы в порядке возрастания. И результат – это ровно то, что нам нужно.
Вот. Ну, давайте сделаем еще что-нибудь странненькое. Давайте, вот, например, есть у меня список чисел. Да, numbers. И в нем есть отрицательные числа, есть положительные. И, допустим, я хочу отсортировать этот список так, чтобы... Давайте еще какие-нибудь отрицательные добавлю. Вот так, например. Я хочу их отсортировать, но отсортировать по модулю. То есть я хочу, чтобы у меня число минус 16 было бы с точки зрения моей сортировки больше, чем число 10. Хочу знак игнорировать. Как это сделать? Ну, мы можем из библиотеки math импортировать функцию модуля и в ключ добавить эту штуку. Да, на самом деле даже не обязательно ее импортировать из math, она встроена. Ну вот. Я, кстати, даже не знаю, она есть в math. Там есть, небось, какой-нибудь fmod. Интересно, чем этот fmod отличается от обычного? А, fmod это вообще другое, это остаток отделения. Нам нужен apps. Что такое apps? Чем этот apps отличается от apps? Непонятно. Ладно. Да, короче говоря, если я сделаю вот так, то получится как раз ровно то, что я хотел. Можем как-нибудь задать в ключ поведение, что она будет делать, если значения получились равными? Да, это очень хороший вопрос про равные значения. Но если вернуться к примеру с моими четырьмя словами «this is a test», то здесь видно, что «this» и «test» имеют одинаковую длину. И в этом случае вот это уже некоторая важная особенность того алгоритма сортировки, который реализован в питоне. И вот это вот уже часть спецификации питона. А именно, что эта сортировка обладает свойством, называется stable sort, устойчивости. То есть это означает, что если у вас какие-то два элемента имеют одинаковое значение ключа сортировки, то их порядок при сортировке не меняется. То есть вот здесь у меня this шел раньше, чем test, и после сортировки он тоже идет раньше. Вот это гарантируется. В частности, например, вот здесь вот, например, я могу сделать тройку и минус тройку, и видите, значит, они идут в том же порядке, в котором шли. А если бы я сделал наоборот, вот так, то они бы шли наоборот. Вот. Теперь давайте посмотрим на такую штуку. Вот давайте поработаем с табличками. Значит, в принципе, в питоне нет никакого встроенного типа данных про таблички. Но в качестве табличек можно использовать списки списков. То есть списки, элементами которого, в свою очередь, являются тоже, элементами которого являются тоже списки. И это такой вполне естественный способ представлять прямоугольную таблицу. Ну, понятно, что список списков – это более широкий тип данных. То есть, например, не обязательно, чтобы списки внутренние были бы одного размера. Но вот если я хочу прямоугольную таблицу, то мне нужно, чтобы у меня бы внутренние списки были бы все одинаковые по длине. Ну вот я сделал прямоугольную таблицу, у нее 4 строчки, 3 столбца сейчас. Значит, она выглядит как список списков, где внутренние списки – это просто трехэлементные списки из чисел. А сама эта штука – это четырехэлементный список. Ну, давайте сразу простой вопрос. Например, если я хочу получить, скажем, вот это число 231, 231, как мне его получить? Значит, я хочу получить элемент, который лежит в четвертой строке и втором столбце. Скобка в скобке? Вот так вы хотите? Так не работает. Значит, на самом деле... Скобка за скобкой, может? Скобка за скобкой, да. Значит, нам сначала нужно получить строчку. Да, вот эта строка,
последнее, это просто четвертый элемент нашего исходного списка, то есть элемент с индексом 3. Вот я эту строку получил. И теперь от этой строки мне нужно получить элемент с индексом 1, то есть второй элемент. И вот я получил вот этот самый 231. Вот. А теперь, допустим, что я хочу отсортировать вот эту таблицу. А, значит, как это можно сделать? Ну, во-первых, я могу просто взять и сказать, отсортируй мне этот список, sorted table. Давайте посмотрим, что получается. Значит, ну вот видно, что она действительно как-то отсортировалась, никакой ошибки мне не выдалось. И как именно она отсортировалась? Ну, в принципе, можно догадаться, как вы думаете, как работает. Первым элементом? По первому элементу, да. Дело в том, что Python умеет сравнивать не только как бы единичные, допустим, числа или строки. Он еще умеет сравнивать списки или кортежи. И сравнивает он их точно так же, как и строки лексикографически. То есть сравниваются сначала первые элементы. Если первые элементы, значит, давайте посмотрим, вот. Вот у меня, значит, список 3.2 меньше, чем список 15.32, потому что 3 меньше, чем 15. Список 17.2, наоборот, больше, чем 15.32, потому что 17 больше, чем 15. А если у меня будут два одинаковых элемента стоять на первом месте, то тогда мы переходим к рассмотрению следующих элементов. То есть в данном случае сравниваем вот эту двойку с вот этим 32. Опять же, если какой-то список закончился раньше, то есть вот мы сравнивали равны, а потом бац, один список закончился. То есть один список является просто префиксом другого. То тогда тот, кто префикс, тот и меньше. Что логично? Если список содержит сам себя, как он будет поставить? Это хороший вопрос. Я думаю, что он может выдать в этом случае ошибку, но я никогда не пробовал. Если список содержит сам себя, и вы хотите что-нибудь с чем-нибудь посравнивать. А это самое. Чувствуется прямо. Как это? Не хотите ли вы стать тестировщиком в какой-нибудь софтверной конторе? А, так, нет, не, это неинтересно. Тут он сразу же на первом элементе выдал. О. Ну вот, значит, есть специальная ошибка, которая говорит, что он не может слишком. Ну, то есть, видимо, его алгоритм такой. Он попытался, значит, он начал сравнивать А с Б, сравнил первые два элемента, они оказались одинаковыми, после этого он пошел сравнивать вторые два элемента. Вторые два элемента оказались списками, он пошел сравнивать эти списки. Когда сравнивал эти списки, он сравнил их первый элемент, они оказались одинаковыми. Пошел сравнивать вторые элементы, они оказались списками. Так он сделал, я не знаю сколько, 100 раз, может быть, 1000 раз, и после этого сказал, что нет, хватит с меня, и выдал вот эту ошибку. Он будет, если просто отсортировать А, да? Если вы теперь захотите отсортировать список, который состоит из А и Б? Нет, А просто сам рассортировать. То есть у него два элемента, 4, и А, и минус. Окей, вот, просто, нет, там... просто отсортировать А. Не 4, а допустим, список 4, с элементом 4. Сейчас, ну вот так нельзя. Вот сам себе А нельзя отсортировать, потому что вы не можете сравнивать число и список. Вы можете сравнить два списка, а число и список не можете. Да, можно сказать, если там условно первый элемент будет не 4, а список из одного элемента 4. Давайте. Значит, А равняется вот так, а потом А append. Ну, сейчас, но тогда мы сейчас на втором шаге получим такую же проблему. Потому что теперь мы должны будем сравнить то же самое. Мы теперь должны будем сравнить список, который состоит из четверки, и сам список А, то есть список, который состоит из списка, который состоит из четверки. А это мы делать не умеем, потому что для этого нам нужно сравнить четверку со списком, который состоит из четверки. Да, все. Вот. Ну, хорошо. Значит, так вот. То есть что у нас происходит? Когда мы пытаемся отсортировать вот такую табличку, на самом деле сортировка будет устроена так.
мы сортируем по первому столбцу, но в случае, если у нас два элемента в первом столбце совпадают, то тогда мы сортируем по второму столбцу. Да, то есть у нас на самом деле, давайте возьмем какую-нибудь табличку повеселее. 1, 2, 3, 1, 0, 7, 0, 5, 3. Значит, что будет, когда я сейчас отсортирую вот эту табличку? Ну, они будут в порядке, в обратном порядке. В обратном порядке. Давайте посмотрим. Да, 0, 5, 3, потом 1, 0, 7, потом 1, 2, 3. Значит, 0, 5, 3 самый маленький, потому что 0 самый маленький. А между вот этими двумя мы выбираем маленькую по второму элементу. Второй элемент меньше здесь, поэтому вот эта штука идет, значит, вот этот вот 1, 0, 7 идет раньше, чем 1, 2, 3. Вот. Хорошо. Вот допустим, что мы хотели бы просто честно отсортировать по первому столбцу, а все остальные столбцы просто не трогать. Как бы мы тогда могли бы это сделать? Ну, отсортировать, передать на функции первый список. Ну, или какой мы там хотим. То есть не table, а какой-то элемент table. Ну, вот давайте, сделайте это. Такая задача. Значит, отсортируйте table по первому столбцу. При совпадении элементов первого столбца строки должны сохранить свой порядок. И здесь нужно использовать ключ сортировки. Значит, попробуйте сделать и пришлите мне в личку ваш код. Значит, вот раньше, когда мы использовали сортировку, мы брали какие-то, вот здесь вот использовали в качестве ключей сортировки, использовали какие-то готовые функции, типа len или apps. Но понятно, что можно и свои написать. Здесь можно передавать любые функции, какие вы хотите. Так. Угу. Если не получается, тоже пришлите мне, что не получается, в личку, я, может быть, что-нибудь подскажу. Значит, если что, ключ сортировки есть и у функции sorted, и у метода sort. Так что если вы хотите сортировать как бы in place, то можно просто использовать метод.
То есть если вы хотите не возвращать новое, не, как бы не создавать новый объект, а прямо вот внутри, как там переставлять элементы, это можно делать с помощью метода sort. Так, ну давайте. Несколько ответов уже есть, но я хочу больше. Так, ну давайте, если что-то не получается, то скажите. Значит, вот смотрите, чего мы хотим. Что означает, что мы хотим отсортировать таблицу по первому столбцу? Это означает, что мы хотим сравнивать те элементы, которые находятся в первом столбце. То есть в качестве ключа сортировки должна быть какая-то штука, которая вам, ну вот. Значит, давайте я сделаю такую вот подсказку. Значит, там нужна какая-то функция, с помощью которой можно получить первый элемент каждой строки.
Ну, давайте я покажу. Смотрите, значит, что мы хотим. Значит, нам нужно... вот смотрите, нам для каждой строки нужно посчитать то значение, которое нам нужно будет сравнивать. Как это значение определить по строке? Нужно просто, значит, строка – это просто вот такой списочек. То значение, которое нас интересует, это просто первый элемент этого списка. Ну, давайте напишем такую функцию. Допустим, getFirstElement. Он принимает на вход строку и возвращает первый элемент этой строки. И дальше нам нужно просто сделать вот так. Вот мы отсортировали. Заметьте, что строчка 1, 2, 3 как была выше строчки 1, 0, 7, так и осталась. Это ровно то, что мы хотели. Вот. Ну, на самом деле, вот такие вот штуки, они довольно часто встречаются, когда вам нужно создать какую-нибудь функцию, такую вот простую. Например, в данном случае эта функция просто выбирает первый элемент. И для того, чтобы это делать, ну, не всегда удобно их вот так вот явно объявлять. Еще и какое-то имя им придумывать, которое будет, ну, вот написать здесь название этой функции длиннее, чем написать, что эта функция делает. И на такой случай есть конструкция, которая позволяет создавать так называемые анонимные функции. Функции, которые не имеют имени. Ну, то есть, например, я могу сказать, что вот у меня есть функция, которая просто функция x квадрат. Функция, которая x переводит в x квадрат. И я могу ей придумать какое-то имя, я могу сказать, что это функция квадратичная. А могу просто задать, как бы, что она делает непосредственно. И для того, чтобы задавать функции без имени, а просто указывать, чего они делают, в Python есть штука, которая называется лямбда-функция. Давайте я покажу, как это работает. Значит, можно было бы просто сделать вот так. Значит, вот это выражение lambda-row, двоеточие, row 1. Это функция, которая устроена вот точно так же, как вот эта функция. Просто у нее нет никакого имени. А почему она лямбда? Это далекая история, уходящая корнями в глубину веков. А именно в те времена, когда люди только пытались понять, а что такое вообще программа и какой есть математический способ описать, кто такие программы. И в частности, значит, один из основателей всей этой науки про вычисления придумал, это, значит, его фамилия Чёрч, он придумал штуку, которая называется лямбда-исчисление, лямбда-калкулус. И там вот эта вот лямбда использовалась как раз как способ создавать новые функции. И потом, кажется, вам надо row 0 написать. 0, 0, да. Вот так, теперь правильно. Вот. Значит, и потом она переползла в языки программирования. И вот сейчас она называется не очень человек читаемо, но все привыкли. Лямбда не есть лямбда. Значит, давайте посмотрим, как эта лямбда работает. Вот, допустим, я рассмотрю сейчас лямбду вот такую. X переходит в x квадрат. Если я просто запущу этот код, как бы ничего, в общем-то, не произойдет. Но, в принципе, я могу сделать вот так. Я могу взять вот эту вот функцию, которая x переводит в x квадрат, и передать ей аргумент, число 5. Получается 25. А могу, например, сделать такую вещь. Помните, у меня есть функция, которая называется subs2. И, допустим, я ей передам этой функции subs2, я передам функцию lambda x, которая, скажем, что-нибудь делать с этим x. Чтобы такого сделать с x. Ладно, пусть в куб возводит. Какой будет результат сейчас?
Ну, как мне трудно догадаться, результат будет 8. Потому что я вот в эту функцию, которая из x делает x в кубе, подставляю число 2. Вот. Соответственно, вместо того, чтобы описывать где-то функцию явно, вот можно достать. Вместо того, чтобы описывать где-то функцию в отдельном месте и давать ей какое-то имя, а потом по этому имени на нее ссылаться, мы можем просто вот так вот задавать функцию с помощью такого вот лямбда-выражения. Не всякая функция может быть так задана, потому что в питоне с помощью лямбд можно задавать только функции, которые представляют собой то, что называется expression. Например, внутри этой функции не может быть как такого цикла for. Там могут быть какие-нибудь списковые включения, но в самом себе цикла for там быть не может, такого вот честного, который statement. Вот. Ну, грубо говоря, в качестве лямбда могут использоваться те выражения, которые могут быть записаны в строчку, в одну строчку. Вот. Ну, вот для таких вещей лямбда очень полезна. Вместо того, чтобы писать get first element, можно писать вот так. Вот. Чего еще веселенького вам показать? Значит, если какие-нибудь вопросы про вот эту вот историю с сортировкой. Вот, ну хорошо. Может так сложиться, что вам в какой-то момент захочется создать список, который состоит из лямбд. И в этом случае вы можете наткнуться на такую проблему. Не спрашивайте меня, зачем может понадобиться список, который состоит из функций. Почему-то время от времени пригождается. Давайте представим себе, что вот у меня будет вот такой код. И как вы думаете, что получится, если я запущу myFunks от тройки и передам ей двойку? Значит, я сделал в цикле, я сделал список, и значит, в цикле у меня и меняется от 0 до 9, и каждый раз я в список добавляю функцию, которая устроена как лямбда x, x плюс i. Вопрос. Что произойдет, если я сделаю вот такую вещь? myFunks от тройки от двойки. Как вы думаете? Значит, ну вот по замыслу, а что у меня здесь за список функций? Что делает, например, ну, что делает третья функция в этом списке, по идее? Что должна бы она делать? Прибавлять тройку. Да. Ну, в общем, что-то должна прибавлять. Кажется, двойку. Двойку, да. Третий элемент в списке, который начинается с нуля. Ну, давайте посмотрим, что получится. Не то, что мы ожидали. Как вы думаете, почему так? Это, на самом деле, очень нетривиальный вопрос. Я когда впервые на это наткнулся, я был очень сильно обескуражен. Но давайте, чтобы было веселее. И изменяется до конца. Получается, он придает значение и равен 9, и он прибавляется к 9,2. Да, более того. Если я теперь дам и какое-то другое значение, то оно будет влиять, причем абсолютно одинаково влиять на все эти лямбды, которые у меня получились. Дело в том, что когда я создаю вот эту вот лямбда-функцию, у меня с точки зрения вот этой лямбды, ну, вот это и, оно не является аргументом, да? Оно является
как бы вот это вот и, это на самом деле ссылка на глобальную переменную, которая называется и. Причем, когда вот эта лямбда-функция создается, оно не запоминает, чему равнялось значение и в этот момент. Оно просто говорит, что вот в этой функции, которую он создает, что вот в ней, в ее, как бы в ее описании, участвует переменная и. А чему будет равняться эта переменная и, будет определено в тот момент, когда функция будет запущена. Вот. Поэтому сделать вот такую вот штуку так не получается. А чтобы ее сделать, нужно сделать вот такую вещь. Значит, я добавил в описание лямбда. У меня теперь лямбда имеет два аргумента. Первый аргумент x, а второй аргумент i. И значение по умолчанию у этого самого i равно i. Но вот это i, это как бы это то значение, которое у нас в данный момент и принимает. А вот это и, это как бы теперь это аргумент функции, и теперь функция понимает, что значит, вот здесь вот нужно, ну вот, например, если мы дошли до и равное 3, то здесь будет написано так, у меня будет лямбда x и равное 3 по умолчанию x плюс i. То есть вот эта вот тройка здесь как раз подставится, она тут как бы зафиксируется. Ну и давайте посмотрим, как теперь это будет работать. Ну да. Только все-таки оно именно 3 прибавляет, потому что это на самом деле четвертый элемент, а не третий. И прибавляется как раз 3. Вот. Ну вот это, ну окей, это, конечно, довольно специфическая вещь, но я говорю, как это, чувствую себя немножко, как этого товарища звали, Бифтанан из фильма «Назад в будущее», который инструктирует самого себя из прошлого о том, что вот однажды к тебе придет парень или сумасшедший старик и спросит про альманах. Вот я примерно так же чувствую, что я вас сейчас инструктирую, что когда-нибудь вам придет в голову создать список из лямбда-функций, и вам нужно не ошибиться здесь. А можете написать список, как выглядит? А? Можете написать список сейчас? Можно, но это не очень информативно. Нам просто говорят, что это какой-то список лямбд. Но здесь, кстати, вот видно, что i у них меняется, значение по умолчанию меняется, потому что это как бы часть сигнатуры функции. Вот. Ну, хорошо, давайте еще одну штуку покажу, раз уж мы про это заговорили. Значит, кроме того, что можно создавать функции с помощью лямбды, еще можно использовать штуки, которые возвращают функции. Например, вот есть штука, которая называется itemGetter из модуля оператор. И это такая фабрика функций, которые генерируют функции, которые работают, ну, вот ровно так, как мы хотели. Например, itemGetter от нуля – это штука, которая возвращает первый элемент списка или кортежа, в общем, что вы ей передали, то от того она первый элемент и возьмет. Соответственно, вот эту вот сортировку, которую тут написал с помощью лямбды, можно было бы написать с помощью itemGetter. Значит, можно написать вот так, itemGetter от нуля. Заметьте, что вот раньше, я, когда писал здесь какие-то функции, я их не вызывал. Я просто писал key равняется, ну вот как там был, getFirstElement. Ну, потому что у меня getFirstElement – это функция, которая берет первый элемент моего списка. А itemGetter – это функция, которая принимает на вход аргумент и возвращает функцию. А в данном случае я вызвал itemGetter от нуля, получил функцию, которая берет от любого списка нулевой элемент, и использовал ее как ключ сортировки.
Вот. Есть две школы мысли. Есть люди, которые говорят, что вот в этой ситуации нужно использовать item-getter, потому что это более понятно. А есть другая школа мысли, которая говорит, что в этом месте нужно использовать лямбда-функцию, потому что это более понятно. Не знаю, какая школа мысли более правильная, но item-getter, в принципе, приятная вещь. Она умеет делать всякие разные интересные штуки. Например, если ей передать не один аргумент, а два, то она будет возвращать... нет, вот так вот. Она будет возвращать кортеж из... Ну, соответственно, вот я передал два аргумента, один и два. И получилась функция, которая возвращает кортеж, который состоит из элементов с заданным индексом. То есть в данном случае он мне передал вот эту штуку и вот эту штуку. Здесь можно было бы написать, допустим, 1, 4. Давайте. Значит, вот этот элемент теперь и вот этот элемент. Вот. Ну, вот такая вот штука существует. В общем, короче говоря, в питоне нормальная ситуация, когда вы передаете функции функцию, а эта функция вызывает вашу функцию и передает какую-нибудь функцию, а в результате получается какая-нибудь функция, которая возвращает ваши функции. Но в питоне это еще не так сильно ярко выражено. Вот есть язык программирования, который называется JavaScript, и там вот буквально абсолютно все на этом построено. А в питоне еще чуть-чуть получше с этим. Вот. Так, ну хорошо. А про что вам еще рассказать? А, вот, еще, кстати, одну вещь хотел сказать. Немножко не про это, немножко не про функции, хотя тоже близкие вещи. Смотрите, помните, мы обсуждали списковые включения? Значит, мы обсуждали, что можно делать какие-нибудь вот такие вот штуки. Допустим, вот так я могу получить список квадратов чисел от 0 до 9. X квадрат for x in range 10. И, во-первых, можно вот сюда, вот в этот самый for, добавлять дополнительные условия. Например, представьте себе, что я хочу квадраты не всех чисел, а только тех чисел, которые, ну, каких-нибудь хороших чисел. Например, тех чисел, которые при делении на 3 дают остаток 1. Это было бы, конечно, можно легко сделать выбором правильного шага в range, но давайте оставим так. Значит, видно, что вот этот вот я if, я поставил его после for, и это некоторый как бы дополнительный фильтр. Я теперь в мой новый список включаю только те квадраты, для которых вот это условие выполняется. Вот. Это обязательно на следующей строке писать? Нет, это не обязательно. Можно писать на той же строке, можно писать длинную строчку вот такую. Причем заметьте, что здесь никаких двоеточий нету, просто вот такая длинная строчка. Дальше. Еще бывает такая вещь. Например... Можно написать два раза for. Это я, конечно, загнул. Давайте поменьше сделаем что-нибудь. Давайте от единицы. Значит, что вот это такое? Значит, ну, на самом деле можно превращать все вот эти list comprehension, чтобы понять, как они работают, проще всего их превращать в обычный код. А именно это будет устроено вот так. Значит, мы сначала создаем пустой список, потом мы просто выписываем те for, которые у нас есть, но так, чтобы это было синтаксически корректно. То есть в данном случае у нас есть один for, у нас есть другой for. Ну, давайте, чтобы они различались, давайте, пусть у меня вот здесь вот y, пусть он будет от 0 до 4. Значит, здесь тоже будет y от 0 до 4. И дальше мы к моему списку приопендиваем вот то, что здесь написано.
Ну вот мы получили ровно то же самое. То есть это как бы мы можем таким образом создавать вложенные циклы for, и за счет этого ну вот создавать такие вот, как бы сейчас мы сделали, взяли всевозможные комбинации x, y и от них посчитали произведение. Выглядит, честно говоря, немножко жутковато по первому времени. Я, с одной стороны, у меня какое-то такое очень двойственное отношение к таким сложным конструкциям со списковыми включениями. С одной стороны, мне они нравятся, потому что мне в целом кажется, что списковые включения всегда в конечном итоге проще и как-то правильнее, чем соответствующий вот такой более императивный код. А с другой стороны, время от времени мне становится непонятно, что же это я такое написал. И приходится возвращаться вот в такой вот более простой стиль. Да, естественно, можно комбинировать. Теперь можно добавить здесь какой-нибудь if. Допустим, if x равняется y. Это, конечно, не очень осмысленный код получился, но, тем не менее, он работает и выдает, в общем, то, что ожидается. Конечно, список из чисел 1, 4, 9, которые являются квадратами чисел от 0, от 1 до 3, можно было получить и как-то попроще. Но тем не менее. Вот. Собственно говоря, вот этот вот синтаксис, это называется списковыми включениями. Еще в Python есть синтаксис, который используется реже, но иногда бывает полезен. Например, есть функция map. Вам в домашке нужно реализовать что-то похожее. Но вот как работает map? Оно реализует примерно то же самое, что делает списковое включение. То есть, например, я хочу применить какую-нибудь функцию к каким-нибудь элементам, которые у меня живут в каком-то списке или не в списке, или еще в чем-нибудь. Ну, вот можно сделать, например, так. Вот полный аналог вот этого кода будет таким. Значит, я беру функцию, которая возводит свой аргумент в квадрат, передаю ему map, передаю его map'у, и вторым аргументом передаю тот список, на который нужно подействовать. И ну вот если мы сейчас так запустим, то ничего не видно. А если я из этого сделаю список, то получится ровно то же самое, что вот здесь. Значит, ну вот такой стиль сейчас считается нерекомендуемым, потому что считается, что вот так написать проще. Вместо того, чтобы создавать лямбда-функцию, эту лямбда-функцию передавать мэпу и так далее. Вот. Но зато так понятно, что этот мэп делает. Он к каждому элементу вот этой штуки применяет функцию, которая написана вот здесь. Ну, стандартное использование мэпа такое. Допустим, у меня есть список чисел. Я хочу все элементы превратить в строки для какой-нибудь цели. Ну, вот можно сделать вот так. Ну, опять же, мне нужно сейчас превратить в список, чтобы увидеть, что там получается. Ну вот видно, что это вот ровно то, что мы хотели. Например, если я хочу напечатать эти числа через запятую, ну или не напечатать, или мне нужна строчка, в которой эти числа написаны через запятую, то я могу это сделать вот так. Ну, что выглядит чуть-чуть короче, чем вот так. Strat x for x in numbers. Ну, в принципе, примерно то же самое. Вот. Значит, ну вот такие вот есть всякие более продвинутые синтаксические вещи. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы? Окей, давайте я еще, на самом деле, несколько слов скажу про форматирование строк. У меня как раз остается немножко времени. Новую тему начинать, наверное, не стоит. А вот про форматирование строк, да? А можете еще раз про мэп рассказать? Мэп, смотрите, значит, он делает следующее. Вот у него два аргумента. Первый аргумент – это функция, а второй аргумент – это список или что-то похожее на список. Он применяет к каждому элементу вот этого списка вот эту функцию. И создает из того, что получилось, тоже что-то похожее на список.
Ну, по крайней мере, если его превратить в список, то это вот ровно оно и получается. То есть я сейчас применил к каждому элементу моего списка номер, применил функцию str и получил список, который состоит из строчек. Спасибо большое. Угу. Вот. Еще вопросы? Значит, давайте поговорим про форматирование строк. Ну, вообще, со строками можно много всяких разных штук делать. У строк есть куча методов, которые там позволяют найти, допустим, какой-нибудь индекс конкретного символа или индекс конкретной подстроки, или, например, проверить, правда ли, что оно состоит из цифр. Нет, неправда. В общем, тут много всяких методов. Наверное, из... Боже мой, некоторые я не знаю. Вот. Но на самом деле довольно часто возникает такая задача. У вас есть какая-нибудь строчка, и вы хотите в эту строчку подставить значение другой переменной. Это называется интерполяция строк или форматирование строк. И в Питоне есть несколько способов это сделать. Вообще, изначально, когда Питон придумывался, они постановили, что в Питоне у каждой типичной операции будет один самый хороший способ что-то сделать. А все остальные способы как бы не будут. Их будут стараться не реализовывать. Вот. Но поскольку язык со временем развивался, со временем придумывались все новые и новые способы форматирования строк. И сейчас таких способов сходно насчитывается как минимум 3, а то и больше. Но я, пожалуй, расскажу про самый последний и самый удобный. А именно это так называемые f-strings. А именно это вот такая штука. Допустим, у меня есть x, который чему-то равно. И дальше я пишу, что я создаю строку, но в начале строки пишу букву f. Таким образом, я показываю, что я не просто так создаю строку, а внутри этой строки могут быть вот такие вот штуки. В фигурных скобках написано, например, какая-нибудь переменная. И в этом случае при создании этой строки вместо вот этого текста в фигурных скобках подставляется значение этой переменной. Более того, можно подставлять не только значение этой переменной, но и какие-то выражения, которые включают в себя переменные. Например, вот я посчитал квадрат x, и сразу же результат этого квадрата подставляется в мою строчку. И это бывает очень удобно. В принципе, даже не обязательно, чтобы там были именно что переменные. Тут могут быть любые выражения. Допустим, вот так. Допустим, я могу сделать вот так, хотя... тут полезность такой штуки уже менее очевидна, потому что если я знал, что есть числа 4 и 5, то я мог бы и сам посчитать и поставить здесь вот эту девятку. Но, в принципе, здесь могут быть более-менее какие угодно выражения, все, что можно посчитать в Питоне. Например, здесь можно вызывать функции. И всякие такие штуки делать. Вот. Но допустим, что я хочу вывести, значит, вот при форматировании строки, допустим, что я хочу вывести вот этот корень из двух не с таким количеством цифр после запятой, с каким-нибудь другим. Тогда я могу поставить здесь двоеточие и тут написать что-нибудь вот в таком роде. Значит, вот эта буковка F означает, что я вывожу число с плавающей точкой. Вот эта точка 2 означает, что я выведу два символа после плавающей точки. Чего означает вот этот ноль, я не знаю. Кажется, без него можно было бы обойтись. Но, например, может оказаться, что я хочу выводить вот эти вот число, но обязательно выводить еще знак перед ним. Если он плюс, то плюс, а если минус, то минус. Можно сделать вот так.
Тогда, если бы у меня здесь было бы отрицательное число, то оно бы вывелось бы с минусом, а положительное выводится с плюсом. Ну и вообще есть много разных способов форматировать данные при выводе. Ну вот, пожалуй, указание на то, сколько цифр после запятой нужно написать, это одно из самых полезных. И еще одна полезная вещь вот такая. Допустим, у меня и меняется, да, скажем, до 10, давайте до 11. И, допустим, я хочу сделать вот так. Значит, вот если я просто буду выводить числа, они выводятся так. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А если я хочу, например, называть имена файлов, вот у меня есть файлы, которые вот таким вот образом называются. Допустим, файл 0, файл 1 и так далее. Если я захочу потом сделать так, чтобы у меня эти файлы были в операционной системе упорядочены как положено, то мне хочется вот эти вот числа, к ним приписать 0 слева. Потому что иначе при упорядочивании у меня будет упорядочивание как по строчкам, и в этом случае число 10 будет меньше, чем число 2. Потому что так работает лексикографическое сравнение. Вот. А вот, например, если я сравниваю 10 с 0,2, то уже они начинают сравниваться лексикографически так же, как просто числа. И чтобы мне добавить нулей слева, мне нужно сделать, не помню что. 2. Так. Нет. О, вспомнил. Значит, нужно написать просто 0,2. Это означает, что мне нужно, значит, добить нулями до двух знаков те числа, которые здесь фигурируют. Вот. Ну, вот это такой способ форматирования строк, очень полезный. Вместо нуля можно ставить что-то другое? Еще раз? Вместо нуля можно ставить что-то другое, да? Ну, нет, это будет непонятно, что вы тогда хотите. Ой, что это я такое сделал? Это, видимо, если я ставлю что-то другое, то он просто сдвигает это направо. Нет, чтобы нулями забивать, ну, как бы, вот по смыслу, если вы хотите, то есть, как бы, речь не о том, что вы хотите как-то модифицировать эту переменную, а просто у одного и того же значения могут быть разные способы, как вы из них делаете строки. Ну, вот, как бы, и число 0,2, и число, как бы, вот, число 2, его можно преобразовать в строку 2, и то же самое число 2 можно преобразовать в строку 0,2. И как бы оба этих преобразования корректны. Оба они представляют одно и то же число. И вот этот вот контроль за способом форматирования, он как раз не говорит, что вам нужно... Если мы бы приписывали бы слева не 0, а единицу, то мы получили бы другое число. А вот это форматирование, оно призвано к тому, что просто по-разному как бы делать разные строковые представления одного и того же объекта. Вот. Где-то была шпаргалка по поводу этого форматирования. Давайте посмотрим. Есть хорошая шпаргалка. Это не очень хорошая шпаргалка. Да, ну вот какая-то статья вообще про всякие разные способы форматировать. И здесь тоже написано как раз про f-string. Нет, я где-то видел прям совсем хорошую шпаргалку, но что-то сейчас сходу не нахожу. Ладно, если найду, я вам пришлю. Вот. Ну вот такая история. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Ладно, давайте еще одну штуку покажу. Вот как видно, вот здесь вот могут участвовать какие-то именно выражения, expressions. И в лямбда-функциях тоже.
Но на самом деле оказывается, что в качестве таких expressions можно писать разные довольно сложные штуки. Ну вот, например, есть версия if, которая работает именно в этом контексте. То есть, ну вот обычно, как мы говорим, у нас есть какое-то условие, и дальше в зависимости от этого условия мы выполняем разные действия. Что-нибудь в таком роде. Вот, но это именно мы контролируем, какие действия выполнять. А бывает еще вот такой синтаксис. Значит, это так называемый тернарный условный оператор. Он говорит следующее. Ну, то есть это, в принципе, вот такого же типа штука, только тоже написанная как-то немножко странно. Но странно она написана для того, чтобы это было такое более человекочитаемое. А именно мы говорим, что результат будет позитив, если x больше нуля, а в противном случае он будет negative or zero. Заметьте, что вот такая вот эта вот штука – это уже какое-то выражение. То есть у него есть конкретное значение. Либо такое значение, либо такое значение. В отличие от вот такой штуки, где мы просто совершаем разные действия в зависимости от переменной. Вот. Ну и в частности, можно вот эти вот, вот такие вот штуки подставлять куда угодно. Например, можно сделать лямбду из этого. Допустим, не спрашивайте меня зачем, но пожалуйста. Вот. Значит, например... Произошло. Что с ответом? Почему лямбда написала позитив? А, вы 12. Ну, потому что я ей передал 12. Да, да. И она вернула мне эту самую позитив. Вот. Ну, или я могу что-нибудь в таком роде сделать. Да, F. Допустим, у меня есть какая-нибудь строчка, которая выглядит так. Result. И дальше я, допустим, могу сделать... Вот эту же самую штуку подставить. Допустим, у меня был какой-то x. Так, это сейчас будет интересно, перебор с кавычками или не перебор? А, ошибка синтаксиса. Потому что у меня внутри вот этих двойных кавычек здесь встречаются снова двойные кавычки. Давайте мы их сделаем одинарными, и тогда он не будет ругаться. Во. Ну, это, конечно, уже выглядит немножко монстроватенько, потому что, ну, короче, я не уверен, что правильно запихивать такую сложную логику вот сюда. Но иногда приходится. Но, может быть, лучше бы это было бы вынести за эту строку. Вот. Но отличие вот этого тернарного условного оператора от обычного оператора if, но одно из отличий состоит в том, что вы не можете написать вот этот оператор, не добавив к нему else. Ну, потому что он обязан что-то вернуть. Вот у этого выражения должно быть какое-то значение. Если вы бы не написали бы здесь else, то непонятно было бы, какое значение, если условие не выполняется. Поэтому вот в этом операторе else обязательно должен быть. Значит, поступил запрос про continue сказать. Чтоб я помнил бы, что как это тут работает. Что делает continue? Не помню. Есть несколько вещей, которые, мне кажется, довольно странными в питоне. Например, есть for else. Но я, наверное, сейчас не буду про него рассказывать, да и время закончилось. Про if continue я посмотрю, что это такое, может быть, расскажу в следующий раз. Это не просто переход к следующей итерации цикла? Ну, скорее всего. Просто в контексте if я не понимаю, что это может быть. В форе это просто переход к следующей итерации. Окей.
Ну что, все тогда на сегодня. Илья, извините, а можно вопрос? Давайте. Подскажите, а можно ли вот в это if x больше нуля else положить еще и elif? Ну, то есть, например, сделать не одно условие, по-моему, а два? По-моему, можно. If x больше нуля. Сейчас, давайте посмотрим. То есть, понятно, что можно просто продолжить. Возможно, что оно будет не... Возможно, что ему не нужен... сейчас, допустим, if x больше нуля. Допустим, один if x больше нуля, else. Допустим, минус один if x меньше нуля, else ноль. О! Вот, видимо, вот так это делается. Не элифом, а просто вы пишете несколько таких конструкций. Хорошо, понятно, спасибо. Угу. Еще вопросы? Угу. Ну, хорошо, все тогда на сегодня. До свидания. А можно один Давайте. Вопрос про Давайте. Домашнее задание? Давайте. У меня в ноутбуке все отлично. Там, ну, когда я перезагружаю ядро и запускаю, ну, жму run, все проходит, все проверки проходят. Но когда я подгружаю вот домашнее задание, написана ошибка, слишком долгое ожидание, видимо, бесконечный цикл где-то. Вот. Ну, видимо, там, видимо, когда вы реализовывали функцию, которая считает дисперсию, я думаю, вы ее сделали не самым оптимальным образом. Мне кажется, что проблема в этом. Ну, можете прислать мне, например, ваше решение задачки про дисперсию, я посмотрю. В чат сейчас? Ну, пришлите мне просто в Telegram в личку. А можно еще вопрос? Давайте. Вот вы говорили, что у нас домашки, их будет помимо машинной проверки, будет еще какая-то человеческая проверка? Будет, да. В смысле, она как-то появится на этом сайте, я тоже результаты? Она появится, как, да, я напишу, как только она будет. Спасибо. Вопрос вообще такой отстраненный немножко в целом по обучению. У меня вот пришла мысль, мы сейчас проходим какой-то синтаксис, да, вот чтобы uh-huh. вообще можно было понимать, что написано в строчке, да. Uh-huh. И условно на других предметах, ну, например, на гуманитарных, да, есть семинары, где вам дают задание прочитать какой-то текст, а затем вы его обсуждаете на паре. Uh-huh. Есть ли способы преподавать программирование, когда вы сначала условно учитесь, ну, вы все научились читать текст, то есть вы в теории должны уметь понять, что делает программа, а затем вам домой дают какую-то программу, вы ее читаете, вы ее, может быть, там как-нибудь заметочки себе какие-то делаете, анализируете, находите интересные решения, а затем на паре вы это разбираете, как это делают, ну, там, условно, с текстами философов, например. Mm-hmm. Ну, я думаю, что теоретически такое можно было бы сделать, но мне кажется, что скорее не на текущем уровне, то есть и если бы я делал курс программирования для системы... Понятно, что мы как раз вот синтаксис еще учим, нам это не нужно. Да. Я имею в виду в принципе вот образовании. В принципе, мне кажется, что это разумная идея. То есть в целом идея о том, что нужно уметь не только писать код, но и читать код, эта идея очень правильная, потому что... Ну, и если вы куда-то попадаете на работу программистом, то 90% времени вы будете не писать свой код, а вы будете разбираться, как эта чертова штуковина вообще работает, почему она работает, и кто были те замечательные люди, которые ее написали. Вот, эти вопросы будут вас интересовать 99% времени, наверное. Вот, даже если выяснится, что эти замечательные люди, которые все это написали, это вы же сами, что бывает. Вот, но, в общем, так что понятно, что можно обсуждать какие-то такие вещи. В принципе, бывает такое, что дают задание типа найти ошибку в коде. Это задание, в принципе, хорошее и мне нравится. Но, ну, как бы с моей точки зрения, особенно когда это там для многих первое столкновение с программированием вообще и для многих это первое столкновение с питоном, почему я люблю там давать задачки именно про именно вот такие вот, когда нужно просто написать код какой-то, решить какую-то задачку. Ну, я не знаю, во-первых, я так привык.
А во-вторых, мне кажется, что это позволяет как можно быстрее сделать, как включить такой фидбэк-луп. Когда вы что-то делаете, что-то пытаетесь сделать, и тут же мгновенно получаете какой-то результат, у вас либо вы работает... Вы абсолютно правы, именно поэтому эти задачки очень приятно решать. Вот, и это, мне кажется, важным. Но, в принципе, ну, то есть, я просто знаю, мы в какой-то момент обсуждали с, значит, там, кажется, мне кто-то рассказывал про то, что кто-то где-то давал такие задачки, типа, вот, нужно... объяснить, что делает каждая строчка кода или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Но я такое, честно говоря, немножко недолюбливаю, но, возможно, потому что я как-то я очень люблю строчки кода писать. Короче, есть ощущение, что внесение каких-то практик гуманитарного образования в образование вот такое технически программистское может быть весьма интересным и неочевидным решением. Вот. Ну, как бы в серьезном обучении программированию там есть, например, такая процедура, которая называется код-ревью, когда начинающий программист решает какую-то задачу, пишет какой-то код, а дальше вместе с более опытным программистом они этот код обсуждают. Обсуждают, чего можно было сделать по-другому, как можно было сделать лучше, какие есть плюсы и минусы вот у той реализации, которую сделал. Вот это стандартная штука, которая возникает, ну, в общем, опять же, в любом процессе написания кода этот этап код-ревью существует. Ну, там, за исключением случая, когда вы пишете код в одиночку. Вот. Но... Ну вот, да, есть такое. Спасибо, до свидания. Вот. Я знаю, что есть люди, которые любят почитать на ночь, типа исходники там какого-нибудь, я не знаю, там, допустим, если вы учите C, то, может быть, вам будет интересно почитать на ночь исходники Python, которые написаны на C. Вот. Если вы учите, наоборот, Python, может быть, вам будет интересно почитать исходники какого-нибудь Pandas или NumPy. Так что это, в смысле, это же деятельность. И там есть вопрос, например, про простые числа. Самый лучший способ, который их найти, да, не надо отвечать, просто... или это просто... Да нет, не обязательно, так подумать. Да. А, и нам надо стремиться к оптимальным решениям, какой-нибудь там, ну, то есть алгоритмы, которые работают не за n квадратом, а за n. Ну, смотрите, есть одна задачка вот в этой домашке, в которой действительно может слететь на тестирование из-за того, что она слишком долго выполняется, если ее реализовать совсем неудачным образом. Вот. Но в целом у нас нет требований к оптимальности кода, в том смысле, что ваша оценка от этого никак не зависит. Вот. Но стремление к совершенству всегда приветствуется. Спасибо большое за лекцию. До свидания. Да, до свидания.